надежда на первый выход участия. Полуфинал конкурса «Мисс Барнаул» открыли традиционным дефиле. Под звуки камер и восхищенные взгляды зрителей девушки блистали в дизайнерских платьях и роскошных мехах. Секрет идеальной модельной походки не так сложен, добавляют участницы. Достаточно прямой осанки и искры в глазах. Я часто смотрю просто подиумы, то есть как там ходят, как там себя показывают. Походку все это я как бы себе на заметку так беру. Основной такой любимой модели у меня нет. Ну, а можешь показать, вот как правильно от бедра, может быть, шагать или как пяточку вперед, и вот немножко не получится? Вот мастер-класс по походке, давай. На самом деле нужно обязательно держать нижнюю осанку. Идти нужно ровно, смотреть прямо. Шагать сильно бедрами двигать не нужно. Нужно просто смотреть прямо, немного двигать руками и идти. Но модельная походка еще не гарант победы, добавляют организаторы. Нужно уметь поддержать и умную беседу. Поэтому для девушек подготовили интеллектуальный конкурс в форме собеседования. Участницы рассказывают о своих достижениях, а строгое жюри задает вопросы. Скажи, пожалуйста, это твой первый конкурс красоты? Было очень страшно. Сейчас тоже нужно выходить, что-то говорить о себе. Как бы знаю, что буду говорить, но боюсь, что волнение может переполнить. Но в принципе чувствую себя уверенно. А главные призы полуфинала – 9 диадем. Их получили участницы, победившие в самых разных номинациях. Мисс спорт, мисс зрительских симпатий, мисс дружба, мисс бьюти и другие. Сегодня жду, чтобы каждый член жюри дал тройку победительниц. Чтобы 3 числа сравнить эти результаты с результатами финала и выбрать мисс Барнаул 2022. Финал конкурса обещает быть грандиозным. Организаторы поделились секретом проведения итогового этапа. Он пройдет на сцене площади Сахарова 3 сентября в День города. 20 тысяч зрителей смогут понаблюдать за выходами дефиле и танцевальным шоу. А оценивать участниц приедет московское жюри. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.